Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и тема нашего расклада — мысли мужчины, чувства, и будут ли действия, намерения мужчины действовать. Итак, мои дорогие, у нас, как всегда, три варианта. Первых три карты. Что между вами сейчас? Какая ситуация у вас в отношениях? Итак, первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Что между вами сейчас? Мысли мужчины о вас. Что думает мужчина о вас сейчас? Последнее время. Какая мысль о вас не выходит у него из головы? Чувства и эмоции мужчины к вам. Ну и действия, да? Будут ли действия со стороны этого человека? Если будет действовать, если не будет, почему? Что сдерживает этого человека? Первый вариант. Второй вариант. И третий вариант. Итак, кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу, а мы будем начинать. Итак, у нас первый вариант. Первых три карты. Что между вами сейчас, на сегодняшний день? Итак, что между вами? Если вы слышите, что информация о вас, значит, это ваш расклад. Если не слышите, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Интересно, здесь мужчина взвешивает как-то свои возможности, да? Есть ли у него шансы вообще строить с вами отношения? Вы почему-то очень так прохладно относитесь к этому человеку. Возможно, в данной ситуации ваша позиция более устойчива. Возможно, как на вашей стороне правда, да? Вы, женщина, более интересная, более развита духовно, более развита внешне, скажем так, женщина привлекательная. И мужчина понимает, что ему как-то надо к вам подступиться. Есть ли у него шансы? Как-то мужчина размышляет. Я вам скажу, что здесь может быть позиция, когда мужчина, вы с ним знакомы, вы с ним как-то сталкиваетесь, но есть какое-то очень такое, знаете, весомый вопрос, да? Вы или его начальница, или он ваш начальник. Но ситуация такова, что на сегодняшний день мужчина как... Он должен, да, действовать в вашу сторону. И вот он как-то размышляет, да, взвешивает свои за и против. Почему-то он уверен, что вы как-то вот холодноваты, что вы не очень так, знаете, с распростертыми объятиями ждете его. Возможно, у вас как-то уже некая ситуация между вами уже есть. Но давайте посмотрим еще. Возможно, этот мужчина моложе вас. Возможно, он как-то понимает, что вы, ну, очень, да, такая
интересная. Почему-то он как-то не уверен в себе, не уверен в своих шансах, что он может вас добиться, что он может с вами строить отношения. Здесь также может быть вариант, когда вы как-то уже оттолкнули, да, его какие-то первые шаги, или же он как не может, да, добиться вас. Почему-то у него такое впечатление, что вы очень высоко. Что между вами? Давайте посмотрим, что между вами. Ну да, здесь вот так, знаете, или вы в какой-то обиде на этого человека, у вас уже были некие отношения, или здесь может проиграться даже такой момент, когда человек проявлялся, когда человек говорил вам даже некие слова и в какой-то момент замолчал. Как-то он взвесил все за и против и понимает, что он не может вас тянуть, что он не может вам предложить то, чего вы хотите. Как-то, вы знаете, ситуация такова, что чувства у мужчины действительно есть, но между вами как-то сложно. Я бы сказала так, что у вас могли быть некие отношения. И они как-то, знаете, очень резко в один момент как-то все затихло, заглохло, или кто-то кого-то заблокировал, или вот какая-то вот ситуация, да, некой размолвки могла произойти, но как-то резко произошел некий конец. Но я вам хочу сказать, что в любом случае вы выходите королевой, да, мужчина все-таки как-то не дотягивает, не дотягивает, не очень он в себе уверен, да. Не очень он уверен в том, что он может как-то завладеть вашим сердцем, что он может вам дать то, чего вы хотите. И здесь может быть до смешного ситуация, когда мужчина вроде все хорошо, все развивается, и в какой-то момент мужчина просто замолкает. Замолкает, возможно, блокирует вас, возможно, что-то еще, потому что вот рядом с вами он понимает свое несовершенство свое, да? Он понимает, что он не может вам дать то, что вам нужно. И да, чувства есть, притяжение есть, но есть такой момент, когда я не могу идти дальше, да? Здесь может быть ситуация, когда действительно между вами очень большое расстояние или вот действительно, да, он видит вас такую красивую женщину, которая интересует мужчин более таких, знаете, статных, богатых, интересных. И он как-то настолько боится вашего отказа, что он просто не действует, этот мужчина. Он настолько, знаете, вот взвешивает свои шансы, что он просто не действует. Или, возможно, этот мужчина смотрит на вас, да, вы где-то пересекаетесь, вы, возможно, даже и знакомы с этим мужчиной. Вы как-то пересекаетесь, вы видите, вы знаете, что он, знаете, стремится к вам, что он бы желал как-то с вами отношений. Но вот ситуация какая-то из ряда вон выходящая, когда в какой-то момент мужчина что-то как-то проявлялся, как-то добивался, и в один момент он как-то вот затих, да, исчез, испарился. Вот мужчина, просто боясь вашего отказа, боясь какого-то вашего разочарования в нем, боясь каких-то трудностей жизненных, он просто пасует. Ну хорошо, давайте будем смотреть дальше. Что же он думает о вас? Очень интересно, что же думает этот мужчина о вас? Что он думает о вас? Он думает, что вы сильная женщина, что ему вас не хватает, что у него есть чувства к вам, действительно. Здесь так и показывает, знаете, показывает, что он слаб напротив вас, что он нуждается в вашей силе, и чувства у него есть. Ну что ж, давайте посмотрим еще. Я бы даже сказала, что да, этот мужчина хотел бы отношений, хотел бы этих отношений. Он даже, я бы сказала, что на сегодняшний день он скучает и нуждается в вас. Но здесь такой момент. Это человек, который желает получать. Понимаете? Вот это человек, который желает получать от вас любовь и силу. Ну, давайте посмотрим еще. Что ты думаешь об этой женщине, да?
Ну вот за нее надо бороться, понимаете? Ей надо что-то предлагать, ей надо что-то давать. А здесь ситуация, когда я хочу получать, понимаете? Когда мне не хватает, когда мне не хватает энергии, я хочу ей энергии, я хочу ей любви, я всего хочу. А здесь нужно противостояние, здесь нужно бороться за эту женщину и ей давать, понимаете? А я дать ничего не могу, понимаете, как? Я дать ничего не могу, потому я вот как-то ухожу, да? Ну да, вот здесь, девочки, смотрите, повешенный. Он как-то понимает ситуацию, что он как сдается, знаете, он сдается. Он как уходит на другой берег. Он уходит к другим берегам, там, где проще, там, где легче, там, где будет все для него. Он входит в ситуацию повешенного, когда я не могу ничего изменить. Я не знаю, что мне делать, я не знаю, как мне поступать. И он как-то вот эту ситуацию подвешивает вот так. Я вам скажу, что этот человек даже, возможно, не имел смелости, если вы были в каких-то отношениях, и он исчез, да, в какой-то переписке. Он даже не имел смелости объясниться с вами, что-то вам сказать, поставить какую-то точку. Вот он как-то вот эти отношения и оставил в зависшем состоянии. Но я вам скажу, что вам и не стоит особо, знаете, и печалиться, потому что, судя по этим картам, вы очень самодостаточная, интересная женщина, женщина, которая действительно интересует мужчин с точки зрения именно мужчины, да, вы интересная женщина. И вы можете многое дать, но вот этот человек, он желает только получать, только брать, только мне, да, мне давай любовь, мне давай энергию, мне давай силу. А я, а если он, да, ну за нее же надо бороться, ей же надо что-то предлагать, потому я, знаете, даю заднюю и в состоянии повешенного остаюсь. Я вам скажу, несмотря какая ситуация, или ваш, это ваш бывший, или это вот такие вот отношения, которые не развились, или это человек, который вот смотрит, но не проявляется, да, и вы чувствуете, вы видите, что вы интересны ему. В любом случае, я скажу, что принимайте это как некий комплимент для себя, да, что вы интересная женщина, что вы интересуете этого мужчину все-таки. Но этот человек слаб для вас. Вам нужен человек сильнее, потому что вы желаете иметь равноправного партнера, сильного мужчину, который будет отдавать вам и который сможет принять по достоинству то, что вы можете ему дать. Потому что такие мужчины, они берут, 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 а когда вы спрашиваете его какого-то ответа, да, желаете от него какой-то отдачи, оказывается, что у вас резко портится характер, и вы ему уже не подходите, понимаете? Вот такая ситуация. Ну хорошо, давайте посмотрим, что же в мыслях у этого мужчины. Давайте посмотрим. Ну, ну вот такое, понимаете, Фигаро тут, Фигаро там. Да, я скажу, что он за вами скучает, безусловно, ему вас не хватает, безусловно. Но и у него нет сил как-то бороться за ваши отношения. Вот он такой, знаете, вот в воздухе, все в мыслях, все в мыслях, все как-то на ветру, да, все как-то в словах одних. И есть, да, такое мечтание, дабы вы были-то настолько ему подвластны, чтобы все было так, как он желает, чтобы все было так, знаете, только для него. Вот он император и царь вашей жизни, и вы там ползаете там ему в ногах, и даже спиной к нему не оборачиваетесь, когда выходите из комнаты. Ну вот, вот такого он какого-то, знаете, желает, какого-то безмерного поклонение, когда от него ничего не требует. А вот так вот, знаете, он на меня посмотрел, все, я сегодня счастливая. Вот такого он желает, обожания некого. И этот мужчина, он будет искать вот таких слабых женщин, которые и будут себя так вести, которая будет накрывать стол и стелить ему постель просто за то, что он вот такой. И все, она от него требовать ничего не будет. Вот такой он желает женщины. А здесь, да, он скучает, но
Все по ветру, знаете, все по ветру. Ну, давайте посмотрим, будут ли действия со стороны этого человека все-таки, да, потому что может что-то себе надумать, может что-то себе придумать. Я вам скажу, что этот человек отгораживается какой-то стеной от вас. Отгораживается стеной. И да, он чего-то ждет. Он ждет какого-то случая, да, и вроде бы так он и желает действовать, да. Но он как в ожидании какого-то, знаете, что ветер с моря надует ему вот какую-то, я не знаю, удачу просто, знаете, что все само собой, что вы сами придете. Вот такое, но сказать, что он прям вот так действовать желает, да, выпадают жезловые карты, но девятка жезлов говорит о том, что человек отгораживается, он строит некую стену между вами. И вроде бы он как и не против действовать, но ему надо, чтобы вы сами к нему пришли. Ну, давайте посмотрим еще. Он как-то понимает, что некая стена между вами, да, и он вот как-то ждет. Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Ждет какого-то, знаете, минимального шанса. Но здесь буквально, знаете, минимального какого-то шанса. А до тех пор, вот я по жопе пентаклей буду прятать свои чувства. Я не расскажу. Я вот так, знаете, буду держать в себе. Но чувства есть. Да, девочки, чувства есть. Но он их просто держит в себе. Ну вот интересно, знаете, вот этот человек, он как своими руками все разрушает. Хотя у него есть шанс строить с вами отношения, но нет смелости эти отношения строить. Вот здесь я скажу, что да, у него даже, я не скажу, это какая-то влюбленность, да, которая может перерасти в настоящие чувства, в настоящую любовь. И здесь даже и можно построить с этим человеком отношения. Но этот человек как боится каких-то перемен, боится делать какие-то шаги. Он как-то не смел в своих даже, да, таких действиях. Не смел. Потому что я скажу, возможно, здесь может проиграться такая ситуация, что вы готовы, да, с ним дать ему некий шанс и начать с ним какие-то отношения. Но я вот скажу, что этот мужчина, возможно, не готов воспользоваться этим шансом. Да, он может даже прийти, да, и говорить о том, что дай мне шанс, давай будем как-то встречаться. Но в конечном итоге этот человек, он как разрушает все своими руками, свое счастье, свои возможности разрушает своими руками. Потому что он не может удержать этот шанс. Тот шанс, который вы ему даете. Вот такой вот у нас первый вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. А мы будем идти дальше. Итак, второй вариант. Если вы слышите, что информация о вас, первых три карты, ваша ситуация, значит, это ваш расклад. Если не слышите, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Итак, что между вами на сегодняшний... Боже, как красиво! Как красиво, девочки! Ну, что здесь сказать? Ну, вы любимая женщина, хозяйка души, хозяйка его тела, хозяйка его мыслей. И, знаете, этот человек действительно готов трудиться и работать, и строить эти отношения, и вложить максимум в эти отношения. Потому что этот человек надеется, да, и надеется на то, что он достоин, да, вас. Он надеется на то. Здесь прекрасные отношения, здесь все очень хорошо. Здесь может проиграться, что человек, возможно, очень много работает. Или он может быть даже, да, как-то отдален от вас по причине работы. Но этот человек действительно имеет глубокие и чистые чувства в вашу сторону. И видит вас той вот женщиной, которая ему вот именно нужна. Видит вас той женщиной, с которой он готов создавать крепкие отношения. Но я вам скажу, что нет вам ровни.
вот в его понятии, что вам ровней нет. И здесь нет обсуждения, да, никакого, потому что здесь и в сердце, и в мыслях, и вообще этот человек действительно настроен очень на ваши отношения. Здесь все очень хорошо. Вы знаете, что этот человек, он как-то готов к каким-то трудностям в отношениях. Да, не то, что в отношениях, а в каким-то преградам, да, вот он готов все преодолеть, он готов работать и понимает, что может быть сложно, может быть трудно, может быть, да, как-то ему и надо чем-то пожертвовать. Этот человек, он готов этим пожертвовать, дабы быть счастливым с этой женщиной, потому что вот он видит ее вот такой, да, той женщиной, которой хочется положить голову на колени, да, которой вот такое безмятежное какое-то доверие, да, уверенность в этой женщине, которой хочется, да, чтобы она вот как тебя даже и погладила где-то там, да, по щеке, вот такое успокоение, такая нежность, такое вот какое-то состояние, когда я так спокоен и так счастлив, что этот человек вообще есть в моей жизни. Очень-очень-очень такие чувства вообще у мужчины классные. Ну что ж, давайте посмотрим, что этот человек думает о вас сейчас. Что он думает о вас сейчас? Ну да, вот это именно то, да. Он желает быть лучше, он желает быть успешней, он желает быть богаче, дабы все это было как для его женщины. Он считает вас своей удачей, своей победой вообще в жизни. И он вот эту победу, да, свою, он ее не отпустит. Он ее как-то не прозевает. Вот этот человек, он действительно как ухватился за ваши отношения и считает, что вот это, да, действительно те отношения, которые ведут меня вперед, которые развивают и меня, и показывают мне некое будущее, да, которое меня ждет. И потому я готов бороться за эту женщину. Да, действительно, здесь человек уверен, что вы делаете его сильней, что вы делаете его успешней, что вы придаете ему очень много сил, дабы он боролся вообще со всем, знаете, что в жизни случается. Что думает о вас? Вы знаете, очень хочет как-то стремиться к вам, стремиться быть просто в вашей жизни этот мужчина, да? Ну да, да, девочки, здесь действительно очень сильные чувства, и действительно мужчина с таким любовным интересом идет в вашу сторону. У него вот большие планы на создание, знаете, такой уже семьи, возможно. Мужчина очень сильное притяжение в вашу сторону, и это притяжение, оно его как тянет, да. Вы даете силу ему, даете ему некую уверенность. И вообще он считает, что если такая женщина со мной, да, значит, я все в жизни смогу. Если мне так повезло, да, я все в жизни смогу. И любую конкуренцию я вот как-то преодолею. Вы знаете, что, возможно, вы и не очень давно знакомы с этим человеком. Возможно. Но почему-то он уверен, да, что ваше знакомство – это некое зернышко, которое обязательно прорастет в нечто особенное в его жизни. Нечто запоминающееся в его жизни. И, возможно, да, это вот уже именно то. Именно то. Ну, давайте посмотрим еще, что думает мужчина о вас. Что вы его пара, вот что он думает. Что вы его королева кубков. И он желает быть вами любимым. И вас безгранично любит. Что вы в его мыслях, и никто ему не нужен. И все женщины, знаете, только тень. А к вам безумное притяжение. Безумное притяжение. Здесь действительно, знаете, между вами настоящая сила. Ваши чувства – это сила. Ваши отношения – это сила, которые вот позволят вам пройти все испытания и быть счастливыми людьми. Ну что ж, давайте посмотрим на чувства этого мужчины, да? Давайте посмотрим на чувства. Ну да, девочки, я вам скажу, что, конечно, во-первых,
он чувствует себя, знаете, на вершине. На вершине он, на подъеме, да, вы так энергетически очень питаете этого человека, вы являетесь таким соратником, да, человеком, который идет рядом. Даже если его нет, но энергетически это есть какая-то поддержка, которая вот дает ему силы добиться всего в жизни. Очень много он получает от вас. Это такая вот безграничная просто энергия. И да, вы знаете, весь мир для вас. Вы являетесь его миром. Здесь действительно очень-очень классные карты вышли. Давайте посмотрим еще. Ну, здесь буквально, знаете, как одна на весь мир. Это женщина одна на весь мир. И весь мой, все мои, знаете, такие мысли, они обращены к этой женщине. Все мои чувства обращены к этой моей женщине. Эта женщина, это мой мир. Ну, буквально по этой карте эта женщина меня оседлала. И я не против, да. Давайте посмотрим еще чувства этого мужчины. Ну да, вы знаете, этот человек готов многое дать вам в жизни. Вкладываться энергетически, вкладываться морально и... ваши отношения. Многое он готов дать. Знаете, он готов действительно и на некие перемены в своей жизни, и на некие шаги, да, конкретные, потому что вот действительно есть чувства. Есть чувства, и вы знаете, он как-то без оглядки, он просто, я бы сказала, он просто распахнул свое сердце и впустил вас, потому что увидел вас того человека, который несет некое наполнение, что это не какая-то, знаете, девица, которой нужны какие-то блага, знаете, что вот она за деньги с ним, что она желает каких-то только подарков и только, знаете, чтобы он там сюсюкал и ползал перед ней, знаете, на коленях. Здесь он видит вас, женщину, которая как некая, да, как за спиной некий тыл, некая надежность, уверенность. И этот человек, он не должен как-то унижаться перед вами, а он должен расти, должен добиваться чего-то, дабы быть рядом с вами успешным, сильным, богатым мужчиной. Вот действительно, здесь женщина очень так энергетически правильно направляет мужчину. Она, знаете, не фокусирует внимание, что ты должен мне, да? А она фокусирует внимание на то, что ты должен достичь успеха, а я буду рядом с тобой, да? И буду наслаждаться вместе с тобой этим успехом, этой удачей твоей. Очень-очень правильная позиция женщины. Вы знаете, что эта женщина может привести этого человека к настоящим вершинам. Он очень много может добиться рядом с этой женщиной. У них вот, я вам скажу, что если, дай бог, у вас сложится такая крепкая пара, да, у вас все вообще будет в жизни, потому что у вас есть... какое-то понимание, да, не просто чувство, не просто огонь, не просто, знаете, все полыхает, а именно есть какое-то понимание и какое-то направление идти в правильное движение, да, понимание друг друга и то, что успех этого мужчины – это и ваш успех. Хорошо, давайте посмотрим действия этого мужчины в вашу сторону. Но я вам хочу сказать, что этот человек, он, конечно, настроен на длительные отношения с вами. На сегодняшний день есть какие-то, да, он как ищет правильное направление. Правильное направление. Давайте посмотрим еще. Действия этого человека. Я вам скажу, что этот мужчина, он понимает, что ваши отношения, да, да, они надежны, да, они как-то стабильны, но они требуют вот движения, да, нужно движение, нужно развитие, нужно идти дальше. Этот мужчина очень, знаете, как-то беспокоится по поводу
того, что чтобы дать вам максимум, да, чтобы предложить вам максимум. И потому он все время как ищет правильный путь. Будешь ли ты действовать в сторону этой женщины? Да, безусловно, девочки, безусловно. Потому что вот этот человек, он сделал выбор в вашу сторону. Вы его любимая женщина. И да, он для себя сделал выбор. Он определил для себя некую истину, что вы именно та женщина, которая ему нужна. И на сегодняшний день, да, какие-то, возможно, была какая-то затяжная ситуация, да, когда... Возможно, вы на расстоянии, возможно, какие-то страхи ревности были у него. Но вот сейчас этот человек абсолютно уверен в своих чувствах, абсолютно уверен в том, чего он желает от этих отношений. И да, здесь действия безусловно будут. Безусловно, потому что здесь такое притяжение, очень сильное притяжение, и вы, как женщина, ему интересно, как любимая женщина, которая, знаете, держит его просто в плену, его сердце держит в плену, в сладком плену. Когда, ну, здесь буквально, знаете, такое притяжение, такие чувства сильные у этого мужчины. Возможно, он ревнует, да? Возможно, он ревнует. Возможно, он понимает, что на одном месте уже как-то, ну, затянулось, да? Затянулось, нужны действия. Я вам скажу, что здесь не то, что действие. Здесь активное какое-то предложение может быть у этого человека. И он вот сейчас он думает, как ему сделать это. Но я вам скажу, что здесь мужчина действительно готов к очень серьезному шагу. Вы любимая женщина, вы достойная женщина, вы женщина, которая притягивает его и безумно ему нужна. И вот какие-то страхи и сомнения, да, он как-то их отбрасывает. Он понимает, что вот как-то эти отношения, даже вот такие, они все равно требуют какого-то развития. Он боится вас потерять очень сильно. Вы для него действительно ценная женщина. Этот мужчина действительно выбрал какое-то некое направление на то, дабы вы были его спутницей, дабы вы были его женщиной. Да, здесь будут активные действия, безусловно. Безусловно, будут активные действия. Вот такой вот у нас второй вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я буду очень рада. А мы будем идти дальше. Очень хороший, очень красивый расклад. И вообще такие мысли чистые у мужчин. Давайте посмотрим. Третий вариант. Если вы слышите, что информация о вас, первых три карты, ваша ситуация, значит это ваш расклад. Если не слышите, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Итак, что между вами сейчас? Интересно. Я вам скажу так, что да, здесь отношения были, но здесь действительно разрыв или действительно ссора. Здесь как-то вот все в руках человека было. И, возможно, сейчас мужчина и пытается как-то к вам пробиться, прорваться, но вы закрыты от этого человека. Да, здесь были отношения, но и здесь есть момент, когда вот все разрушено. И мужчина сейчас как-то старается что-то исправить. Но вы закрыты, да? Вы закрыты. Человек желает возобновления отношений. Человек желает как-то исправить прошлые ошибки, войти с вами в отношения и начинать что-то новое. А вы, возможно, ждете чего-то нового вообще уже в своей жизни. Вам уже это не интересно. Здесь может быть ситуация с вины именно человека. Где-то он или загулял, или еще что-то, знаете. Здесь может быть как и его недостойное какое-то поведение. Ситуация, с которой вы не пожелали как-то примиряться.
Здесь может также проиграться ситуация, когда человек хотел с вами отношений, хочет с вами отношений, но он как-то желает втянуть вас в какой-то треугольник. А вы желаете для себя иного, а вы желаете для себя нового чего-то, да? Вы как-то вот закрыты от этого человека и не желаете играть в его играх, потому что здесь вот такая ситуация. Здесь в любом случае, да, из-за мужчины как-то вот произошел разрыв. Где-то он не догулял, где-то он не доиграл. Я бы даже не сказала, что это некая манипуляция. Это какая-то, знаете, такое, как загулял мужик просто. Знаете, такое развлечение какое-то было у него. А сейчас ему очень трудно пробиться к вам. А сейчас вот он не может получить от вас то, чего он желает. Не может он получить. Вы абсолютно закрылись от этого мужчины. Вы знаете, даже если он будет стоять рядом, что-то вам рассказывать, вы как-то совсем по-иному воспринимаете его слова. Не так, как он хочет. То есть он вам говорит одно, а вы слушаете и слышите для себя совсем иное. Он говорит там, что ты мне нужна, а вы для себя слышите, да, что я дальше буду гулять. Но здесь очень вероятно, что какой-то любовный треугольник у вас получился с этим человеком. Или вы расстались по причине этого треугольника, или, возможно, мужчина вам предлагал как-то втянуть вас, хотел в этот треугольник. Хотел с вами отношений. Или, возможно, они были, но вот вы как-то расстались. А сейчас человек желает возобновить эти отношения, но вообще не понимает, как к вам можно подступиться. Вообще, можно ли вообще подступиться к вам? Я вам скажу, что этот мужчина в некой степени даже зол на вас. Зол на вас, что вы как-то его не принимаете. Что вы вот как-то не желаете, да, не видите, какой он классный, какой он замечательный, и как ему, и как вам с ним будет весело и хорошо. Он как-то злится, и вы знаете, даже может быть даже очень обозленным на вас. Хорошо, давайте посмотрим, что этот мужчина думает о вас. Что он думает о вас сейчас? Ну, я вам скажу, что мыслей, конечно, очень много. Очень. Он буквально, знаете, вас из головы не выпускает. Вы там засели, знаете, здесь может быть, что и как-то и под утро, знаете, просыпается с мыслями о вас, и засыпает с какими-то мыслями о вас, и с хорошими, и с плохими, и как-то грезит, да, мечтает, а как бы было, что бы было. Какие-то грезы буквально, да. И страх. Страх чего? Страх, что он вам не нужен. Понятие того, что он вам не нужен. Что вы как-то знаете уже абсолютно довольны своей жизнью, абсолютно вы как-то самодостаточны, что у вас прекрасная жизнь и без него, и вы как-то ее усложнять не желаете отношениями с ним. Что это как-то, это не то, что мне надо, да, вот здесь, знаете, так, ты, конечно, классный, да, ты, конечно, классный, но это не то, что мне нужно. Вы знаете, что у вас как некая истина в голове, некая истина, вы как понимаете, вы как для себя, возможно, сделали какой-то вот четкий вывод, четкое какое-то понимание, да, что этот человек вообще может принести в вашу жизнь. И пока что вы видите для себя только какие-то проблемы, да, от этого мужчины. Ну что ж, давайте посмотрим еще, что этот человек думает о вас. Что этот мужчина думает о вас сейчас? Давайте посмотрим. Что вы любимая женщина, что вы ему очень нравитесь, что вы такая сексуальная, привлекательная и маните своей энергией внутренней. Потому что, знаете, вокруг него могут вертеться женщины, которые и моложе, и стройнее, и симпатичнее. Но вы несете некий энергетический заряд, который ему очень импонирует, который его притягивает к вам. Вы не совсем, знаете, так
Вы знаете, что, возможно, если этот мужчина действительно не свободен и предлагает вам некий треугольник, и вы в размышлениях, да, что он вот так вот воспринимает меня, да, как некую девушку легкого поведения. Нет, нет. Он, знаете, наоборот, такого впечатления, что вы как нечто особенное, да, такое впечатление, как вас подсвечивает Вселенная для него, вас подсвечивает. Вы очень желанная женщина для этого мужчины. Если же вы расстались, да, это просто караул, потому что здесь вообще понимание, что я упустил. Что я упустил, какую женщину я упустил. Понимание того, что, да, если этот человек даже с вами расстался, где-то там с кем-то что-то, и он понимает, что там как-то пустовато, да, ну, были какие-то интимные отношения, и были, а этого мало. Этого мало для отношений. Интима мало для отношений. Нужна какая-то вот связь, да, какое-то притяжение, когда тебя тянет к этому человеку прикоснуться, как-то прильнуть ему, да, почувствовать запах этой женщины, дышать с ней одним воздухом. А если тебя интересует этот только интимные отношения, знаете, это где-то в ночном клубе даже. Я очень сейчас грубо скажу, где-то в ночном клубе, в туалете, понимаете, лицом к стене, вот это вот такое вот животное, вот этого совсем, знаете, как... Это ни о чем. Это ни о чем. Это не чувство. А вот к этой женщине, да, есть энергия, есть очень сильное притяжение здесь. Такое желание, да, желание быть рядом, желание прикасаться к этой женщине. Но вот как-то на сегодняшний день вы ограничиваете этого человека в том, чтобы он как-то к вам проявлялся. Он чувствует эти ограничения какие-то с вашей стороны, что вы не даете ему энергии, не даете ему этого внимания, и он чувствует, как он не может ничего с этим сделать. Он не может как-то к вам пробиться. Да, он думает о том, что вы разбили ему сердце. Что здесь, знаете, может быть ситуация, когда отношения разрушились из-за мужчины, что он был, да, причиной разрыва. Но почему-то вот в данном раскладе он считает, что вы разбили ему сердце, что вы его не пускаете к себе, а он вас так любит, а он вот так страдает за вами. Ну хорошо, давайте посмотрим, чувство этого мужчины к вам. Что он чувствует к вам? Ну, я вам скажу так, что этот человек, он, вы выжигаете ему мозги, знаете, этому мужчине. Вы просто испепеляете его. Испепеляете его тем, что вы не даете ему то, чего он желает от вас. Что он как-то не получает то, что он хочет. И он как-то вот крутит эти мысли, ему жжет внутри, и такая боль сердечная. И такое, как знаете, как некое выгорание, выжигание какое-то. Этот человек, вы знаете, даже может выпивать по той причине, что вот ему как-то какие-то сердечные муки у него. Я вам скажу, что у этого мужчины очень большой интерес сексуального плана к вам. Он желает вас как женщину. Ну, я вам скажу, что его бесит и его злит то, что он должен как-то плясать под вашу дудку. Что он не может сделать так, как ему хочется. Что он не может получить то, что ему хочется. И здесь немного играет такой эгоизм, да, что вот она меня отталкивает, она меня не принимает, она вот как-то, знаете, что-то играет со мной, какие-то игры, вот я как дурачок там вокруг нее там пытаюсь что-то как-то, а она вот меня вот, знаете, как нафиг нужен. Ну вот такое, да, и такая, знаете, злость эгоистичная почему-то мне идет. Идет такое состояние, да, вот по этим мечам мысли такие.
Я бы даже сказала, что этот человек, он, даже если бы вы вошли с ним сейчас в отношения, он бы воспользовался каким-то моментом, дабы вам как-то насолить, дабы вспомнить, да, это все. Он как-то для себя... Вы знаете, что этот человек, вот после вашего отказа какого-то, он может очень изменить свое поведение к вам. То есть ты меня отталкиваешь, все, все. Вы враг номер один для него. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что он будет делать, да? Потому что мысли мыслями, а какие будут его действия? А я вам скажу, что этот человек придет, потому что этот человек желает трансформации ваших отношений, потому что вы ему безумно нужны, потому что у него действительно есть к вам чувство, и это не просто физическое какое-то притяжение, а это желание вашей любви, чтобы вы его любили, чтобы вы в него вкладывались энергетически, чтобы вы его лелеяли, гладили, понимаете? Опекали как-то, насыщали своей энергией. Этот мужчина желает трансформации, желает перемены, желает, чтобы было так, как он хочет. Давайте посмотрим, будут ли действия со стороны этого человека. Покажи, будут ли действия с его стороны. Да. Да, но что я вам хочу сказать? У этого мужчины сердце, знаете, у него как наперед идет некий эгоизм, чтобы она меня любила, да, чтобы она мне давала. Он будет действовать, да, безусловно. Покажи, готов ли ты давать этой женщине в ответ что-то? Или пройдет ли твоя агрессия, да? Готов ли ты, что ты готов дать хорошего этой женщине? Ну, что ты готов ради нее? Ну, вот повешенный, да? Я вам скажу, что здесь этот мужчина, он готов даже как-то менять свою жизнь. Он готов как-то выходить из этого состояния повешенного и что-то менять в своей жизни. Да, этот человек готов что-то как-то вам дать. Но сейчас в нем бурлит вот такое состояние, да, что вот она меня отторгает. Я ей не нужен. Но в действиях, да, будет очень много зависеть от вашего мнения и ваших действий. Мужчина желает трансформации, мужчина будет действовать, какие-то шаги он будет предпринимать. И уже будет зависеть от вас, как будут развиваться эти отношения, но этот человек, он готов что-то давать взамен, давать вам, возможно, то, чего вы хотите. Как по справедливости, да, готов давать любовь. Потому что эта женщина, она очень важна в моей жизни. Она очень важна для меня. Вы, да, вы действительно очень как-то засели этому мужчине, понимаете, в мыслях. И какая бы ни была злость, да, на вас, какой бы ни был негатив вот сейчас в вашу сторону, но этот человек, только бы ваша какая-то, да, надежда, какой-то шанс вы бы ему дали, он бы рванул вот со всех ног в вашу сторону. В действия будут. Он по-любому, он будет проявляться. Он может проявляться как-то даже дико, да? Как-то даже неприятно, возможно. Он как-то с какой-то мерой, да, какими-то, возможно, и как-то нелепо как-то проявляться. Но он как-то ждет какого-то сигнала, да, что вы желаете с ним какого-то будущего, каких-то отношений. Потому что у него есть чувство. Он просто, знаете, сгорает. Он даже не знает, как себя правильно вести с вами. Потому что, возможно, такой ситуации в его жизни вот не было, да, чтобы он настолько желал женщину, а женщина его отталкивает. Но у него есть чувство, безусловно, безусловно. Вот такой вот у нас был третий вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр.
счастья и радости, позитивных, красивых мыслей, смелых и благородных мужчин, счастья и радости в ваши дома и ваши сердца. Всего самого лучшего и до новых встреч!